Всех приветствую. Значит, супруга захотела тыквенного супчика, а так как уже появились в продаже молодые, свежие тыквы Хоккайдо, решил я, сделаю я такое одолжение, приготовлю по-быстрому. В этот суп я сделаю клёцки. Клёцки у нас будут из манной крупы. Для приготовления кремового супа с тыквой и с клёцками мне понадобится тыква Хоккайдо, сливки 30% жирности, соль, перец, петрушка, сливочное масло, темное кунжутное масло, белое вино, одна луковица, имбирь, мускатный орех, чеснок, 2 листочка лайма, 2 лавровых листка. Для клёцок мне понадобится молоко, манная крупа, 1 яйцо. Ну и для всего супа мне понадобится овощной бульон. Ссылку на овощной бульон вы найдете под описанием, под видео. А также и количество всех ингредиентов вы тоже найдете под видео. Так как мы тыкву чистить не будем, то есть я не буду чистить тыкву, я ее предварительно помыл хорошо. Так, отрезаем с обеих сторон. Тыкву пополам. Еще раз пополам. Так, и вычищаем семечки. Они нам не нужны. Так, тыкву нарезаем небольшими кубиками. Так, чистим лук. Сразу чистим чеснок. Так, и чистим имбирь. Лук я нарезаю не крупно, потому что мы все равно будем потом пробивать весь суп погруженным блендером, поэтому особой роли это не играет. Чеснок также. Имбирь его нужно немножко поменьше порезать, потому что он не очень такой капризный товарищ, он не очень любит пробиваться блендером. Но мы его все равно перетирать будем, так что... Так, ну вот и вся подготовка. Ну что, помещаем сливочное масло для начала. Сразу забрасываю сюда лук и чеснок. Вот буквально поступила мне команда сверху от моей супруги имбирь не добавлять. Так что смотрите, друзья, я имбирь добавлять тогда не буду, раз она не хочет, а вы обязательно добавьте. Но не перчите, потому что имбирь имеет такую хорошую пикантность. Так, пассируем мы лук с чесноком, пассируем так, чтобы лук остался у нас светлый, то есть чтобы он не принял света. Немножко нальем чуть-чуть белого вина. И сразу же можем отправить сюда лавровый лист и листики лайма. Листики лайма, значит, смотрите, с ними нужно быть очень осторожными. У них такой очень интенсивный вкус. Их нужно своевременно потом из блюда вынуть, так же, как и лавровый лист. То есть время от времени суп нужно будет пробовать. Если почувствуешь, что лайм начал доминировать, обязательно сразу же его вынимайте с кастрюльки. Но лук мне уже нравится. Теперь сюда же добавляю нашу тыкву. И также ее немножечко пассирую вместе с луком дальше. И еще немножечко вина. Чуть-чуть. Если вы не любите вино, вы можете прекрасно все это дело разбавлять бульоном. Подливать его по чуть-чуть, буквально понемножечку. Так, ну теперь я уже могу налить бульона. Налью пол-литра. Пол-литра приготовленного бульона. Пока больше добавлять не буду. Ну, сейчас мы все это дело оставим пока томиться и займемся клёцками. Накроем крышкой. Я включил плиту из 12 возможных положений на шестерку. И налил немного кипяченой воды, буквально чуть-чуть на дно. Мне сейчас нужно, чтобы эта вода слегка закипела, и потом я добавлю сюда молоко. Для чего это делаю?
Для того, чтобы у меня просто молоко при закипании потом, чтобы оно мне не пригорело. Это такой маленький трюк, который всегда работает. Ну, здесь у меня тоже закипело. Я пока убавляю здесь шестерки, убавляю я ее на двоечку. И пускай она у меня томится. Так, ну я ждать больше не буду, я добавляю молоко уже. Я сразу присаливаю. То есть, друзья мои, соль, перец — это дело индивидуальное. Значит, я сразу сюда добавляю немножко мускатного ореха, которого я натер. Мускатный орех — пряность хорошая, но с ним нужно быть очень осторожным. То есть, если его немного пересыпал, то уже он тоже будет сильно доминировать, и вкус будет потом никакой. И тоже накрою крышечкой. Так, я заранее подготовил чашку с холодной водой, то есть когда клёцки уже будут у меня уже готовы, я туда вмешаю яйцо, и чтобы мне быстро кастрюлю остудить, я поставлю её в чашку с водой. Так, ну молоко у меня дошло, я его сразу выключаю и всыпаю при интенсивном повешении, всыпаю манку небольшими порциями, чтобы у вас не образовались комочки. Так, ну вот, и теперь кастрюльку я помещаю сразу в холодную воду. Так, вбиваю сюда яйцо. И также дальше мешаю, чтобы яйцо у меня полностью растворилось с массой. То есть получилась однородная масса. Так, я перейду на более сейчас удобную поверхность, чтобы мне было удобно взбивать. То есть основное я вам просто показал. Так, ну все, масса у меня для клёцок готова. Так, дальнейшие наши действия. Кипяченую воду добавил в кастрюльку. Сейчас мы наши клёцки будем формировать и варить дальше. Значит, воду я вскипятил, добавлю соли сюда, чтобы вода была подсоленная. Вода у нас, она не должна кипеть. То есть у нее должна быть примерно температура, скажем так, между 95 и 99 градусов, чтобы она не кипела. Теперь нам нужно попробовать наш суп. Чтобы, как я говорил ранее, чтобы листочки не стали доминировать. Нет, все в порядке, все нормально. Для формирования клёцок мне понадобится немножко растительного масла и 2 чайные ложечки. Да, и еще понадобится чашка с водой, небольшая. То есть сюда мы будем потом, как только клёцки у нас всплывут на поверхность, значит, они уже готовы. И мы будем готовые клёцки непосредственно перекладывать в холодную воду, чтобы они уже у нас остались в той форме, то есть чтобы они не варились, не набухали дальше. Значит, смачиваем одну ложечку маслом, вторую тоже, и формируем. Формируем, не знаю, как по-русски. Informbringen. Вот такого плана. И дальше. Поначалу, может быть, будут они у вас не получаться, но это ничего страшного. Ну вот и все. Клёцки я все сформировал. Так, ну тыква у меня тоже уже сварилась. Сейчас я удалю лавровый лист и листы лайма. Так, друзья, ну вот, клёцки у меня готовы. Я их шумовочкой вынимаю и в холодную водичку. Ну и теперь спокойно занимаемся. Так как тыква у нас уже сварилась, мы ее сейчас перебьем. Могу сразу добавить сюда слив. Так, для начала я попробую на вкус. Можно спокойно добавлять мускат. Можно спокойно солить. Так, по консистенции я сейчас посмотрю. И можно еще буквально немножко добавить бульон. Так, что я забыл упомянуть в рецептуре в начале. Это так как тыква, она сладковата, ей очень подойдет немножко кислинки. Но не переборщить. По мне еще не хватает немножко сливочного масла. Поэтому я сейчас добавлю пару кусочков масла и вмонтирую их в суп. Так, ну остался последний штришочек. Вы можете делать так, как я. Вы можете делать поварёшкой,
Как вам удобно. Так, ну вот, все, что не нужно, осталось все в сети. Даю еще раз супу закипеть, и он у нас готов. Ну вот, мой супчик закипел, теперь делаем подачу. Клёцки. Скажем так, штучек 7. Наш супчик. Буквально немножко конопляного масла, чуть-чуть. Все, этого будет достаточно. И нашу зелень. Все, друзья. Вот такой простой суп и довольно быстро готовится. Желаю вам всем приятного аппетита. До новых встреч.